Спасибо большое за все, которые делают мне комплименты. Тебе нравится Ленин парень? Самое главное, чтобы ей нравилось. Нравился он. Не выделывайся, пожалуйста. Что для вас значит выделываться? Я нашла тебе парня. Да ладно, я тебе напишу сейчас. Нашла ты мне парня, Тонюха. Кто ты нашла? Кого ты нашла? Хоть улыбнулась. Самая скромная участница была на Доме 2. Ну, я не собрала тебе, Ивана, это на-на-на. Он странный, но если сделать, то точно. Ну, блин, ну, это как-то не серьезно. Нет, не общаюсь с Габозовым. Ты нашла мужчину? Мужчина, вот знаете, сколько их? Я много нашла. Ну, вот тот, с которым я буду не нашла. Ты мне в Доме 2 нравилась. А уже не нравлюсь? Ты красивая, но губы слишком. Эд говорит. Это потому, что его... Нашла мне парня. Смотрит твой эфир. Да? Салман, хватит меня засирать. И так много людей меня засирают. Газгиреев. Это у тебя фамилия, что ли, такая, или что? Усинску, привет. Вместе смотрим. Круто. Блин, знаешь, как меня засирают в комментариях под последнее это фото? Фу, говорят. Уродка. Зачем наращивать губы? Что это, блядь? Зачем наращивать губы? Я вот не знаю, зачем. Вот вы скажите. Дагестан, приветик. Зачем сейчас говорить про губы? Ничего уже не изменит. Кстати, она очень красивая. Спасибо, спасибо, спасибо. Такое чувство, что расплачешься вот-вот. Ну, вы недалеко от истины. Вот, если не нравится, не смотрите. Мы не застираем. Ты что? Это не... Нет, я не вам. Говори, что ты красивая. Спасибо. После трое суток, которые я не спала, нормально, спасибо. Маточка. Танюха. Ты была с собой купленных, я не была. Я была, я же в Болгарии. Ты и так нормальная девушка. Угу. Что это? Катя хочет со мной эфир. Куклева. Приветик. А ты будешь разговаривать, если я тебя добавлю в эфире? А то все не разговаривают. Я добавляю. Вот, давай. Раньше была красивая, уродка просто. У тебя идеальная кожа лица? Ну, вроде как да. Привет. Привет. Как дела? У меня просто нормально, у тебя как? Вот, все. У меня темень, подожди. У меня просто детки спят. Я сейчас на минуточку включу. Хорошо, ничего. Ну вот, сижу в Болгарии, немножко расстроилась сегодня. Почему? Ну, потому что разочаровалась очередной раз с мужчинами. Немножко такой крутой состояние. Ты так красиво. Ну, знаешь, красота не самое главное. А ты что-то у Купиных не была на свадьбе, да? Я не была. Да, ребята пригласили меня, просто я в Болгарии и не смогла поменять дату, потому что у меня тут немножко дела по здоровью. Понятненько.
А вам сколько лет? Сейчас я включу. Мне 21. 21? Ой, как я. У вас дети? Да. Маленькие еще две. Двое? Дочки. Да. Ну, блин. Я наблюдала за эфирами, блин. А что ты так ушла? А, с Дома 2? Да. Ну, потому что я уже не могла психически находиться туда. Потому что я уже с ума посходила немного там. Я не хотела общаться ни с кем. Я последнюю неделю, я не знала, показывали или нет, я вообще ни с кем не общалась. Я просто сидела тупо в комнате и ни с кем не разговаривала. Я поняла, что я не могу больше туда находиться. И лучше уходить. Сейчас зовут опять обратно, но я не хочу. Ну, я видела, да. Да. Ну, ты очень хорошая. Спасибо большое, моя хорошая. Давай я тогда выключаю тебя. Спасибо, что поболтали. Хорошего. Блин, интервью. Извини, то, что свет выключен, просто да я... Да ничего страшного, ничего страшного. Ну ладно, всё, пока. Спасибо. Пожалуйста. Пока-пока. Из-за грица ушла. Сейчас, подождите, я не успеваю. Я не помню, почему люди... Я не понимаю, почему люди сидят и смотрят твой эфир, им чем-то не нравится. Где логика? Вот я тоже не понимаю. Бабаку, привет. Очень красиво, мне 31. Помаши ручку мне. Привет. Блин, давайте о чем-то поболтать. Не просто так болтать. Давайте что-то конкретное. Не, не ушла из-за грица. Я Гриценко. Я хочу с тобой говорить. Скажите мне только тему, на которой мы будем разговаривать. И все, начинаем разговаривать. Нет, не из-за Гриценко. Скажите мне тему, на которой мы будем общаться, чтобы я была готова. Как ты смогла отказаться от чипсов? Ну, я просто не знаю. Вот так само собой произошло. Вы, ладно, делаю чистую воду. Подробности на странице. Это мой друг, просто он прикалывается, пишет всякую херню. Сломание, не понимаю, почему это здесь делаешь. Ну-ка, скажи здесь в эфире, что ты, что у тебя за новости такие? Спой что-то. У меня нос заложен, не могу спеть. Была на Кавказе. Нет, вроде. Так. Скажите мне, о чем будем болтать, я добавлю вас. Если у вас есть какие-то вопросы, то со светлыми волосами, как бабушка. Да ладно. Если бабушки так выглядят, то хорошо. Скрыла беременность. Да, на самом деле, я беременная, на самом деле. Я это скрывала, да, молодец ты. Ну ладно, сейчас добавлю. Кого добавить? Тебе 21? Да, мне 21. А я хочу до 20 лет быть уже замужем. Ивана, рада, что ты посмеялся в душе. Ну, спасибо. Вот давайте добавлю кого-нибудь. Так и скажи. О чем будем болтать? Давай, Дьянка, добавляю. Ивана, рада, что ты посмеялась. Ты сейчас пьяная? Я не пьяная, ребят. Привет. Привет. Как дела? Нормально, вот качаю спать девочку свою. Ой, у вас у всех дети? Когда же у меня получилось? Да. Сколько у меня девочка?
Николь, 2 годика, и мальчик Максим, ему 8. Круто, поздравляю. А сколько у тебя? А мне 32. Значит, у меня есть еще время. Салман, перестань, пожалуйста, писать гадости. Вы смотрите, что он пишет. Давай поговорим о том, как ты обманываешь подписчиков. Я не обманываю подписчики. Он говорит, что я скажу. Они тебе так пишут, потому что не тебя любят. Это мой друг, понимаешь? Это мой друг. Я не понимаю, почему он так шутит. Нет, просто люди пишут гадости, я не понимаю, почему они сидят в эфир, если ты мне нравишься. Я вот этого не понимаю. Ну да. Вот тебя огромный привет из Молдавии, потому что мы тут, мы далеко. Так что я тебе желаю счастья, здоровья, будь умничкой такой, какой ты есть. Спасибо большое. И я рада, что ты меня добавила, я хотя бы раз в жизни тебя увидела, пообщалась. Спасибо большое, мне очень приятно, спасибо, действительно. Целую, обнимаю. Это, кстати, я тебе писала, когда у брата моего родилась девочка, племянница, ее назвали Иваной. Да. Я тебе написала, да? И ты мне ответила. Да. Круто, очень рада. Так. Да, все. Пока. Пока. Спокойной всего ночи. Всего вечера. Спасибо. Видите, какие у меня хорошие подписчики. Вот видите, просто люблю вот таких людей, которые мне поднимают настроение, которые чистые и искренние. Давай, Салман, я тебя добавлю. Только не говори лишнее. Сейчас я тебя добавлю. Давай. Только лишнее не говори, пожалуйста. Сейчас я тебя добавлю. У меня вопрос, сколько раз в день, ты не в неделю, ты моешь голову? Салмаз. Давай. Раза два или три. Два. А ты не собираешься с подписчиком рассказывать, как ты ребенка в детдом сдала? Хватит так шутить, а то реально кто-то подумает. В смысле шутить? У меня документы есть все на странице. Ну-ка покажи. Только лишнее не говори, хорошо? Не слышно. Это правда, что ты сейчас на 7-м месяце? Блин, я просто в полотенце, я бы показала. Нет. Другой член из моей семьи, но не я. Кто? Парень? Конечно же, парень. Нет, все с пленками. У меня связь плохая. И что-то зависает. Я пришел. Да, это наша гадалка тут гадает, поэтому у нас связь глушится. Вот скажи ему, вот сейчас я его слушаю, нет? Нет, он, кстати, на тебя там приворот делает. Салман, да. Приворот делает. Это правда. Расскажи что-нибудь смешное. Он такой смешной парень, Салман, сейчас стесняется. Я не... Смотри, это все за сегодня. Что это, бутылки? Для чего? Я алкоголик. А вы что? На. Давай мою песню. Ну-ка спой чуть-чуть, вот припев можешь спеть, давай. Нет, не буду. Давай, пожалуйста. Я не такая, как Барби. Нет, припев, не нажала. Не могу. Я не помню, Иван, я не твой фанат. Ну вот это на-на-на, которая. В смысле ты не помнишь мою песню? Офигел? А, Иван, а в доме 2 по сценарию? Салман, по сценарию? Да, я пишу сценарий для дома 2, обращайтесь. Ну что, Салман, говори что-нибудь. Пока, не спать. Нет, этот Дима на самом деле сейчас сел по твоим делам. Да ладно, я не поверю.
Вот ага. Если в тот раз ты его сейчас соврешь, я не буду отвечать. Я не врал, я ему тогда сказал, типа, чтобы он сел, он начал говорить, что он что-то там нехорошо себя чувствует. Сейчас он, короче, увидел тебя в эфире, как ты его засираешь, и такой, ладно, сейчас я. Да? Да. Нет, ты соврал. Он не смотрит мои эфиры. Нет, я же включил, он рядом сидел. А, ну ладно. Все, да, давай. Я в дом 2, все правильно. Че? Спрашивают, я с дома 2 или нет, я говорю, да. Смотри, закомплексованный, говорят. Это я, все комплексы при мне, смотри, вот они. А почему он закомплексован? Я не знаю, наверное, травма детства какая-то. Ой, это потому, что меня папа в детстве ронял там. Все, сломал. Все, пока, Иван. Я тебе напишу, когда ты умрешь. Он сейчас там как раз смотрит. Все. Нет, дом 2 не по сценарию. Кто по нации Салман? Блин, вот сейчас я забыла. Вот прям сейчас я забыла. Если тебе скажут, что ты некрасивая, как отреагируешь? Никак. Мне вообще пофиг, что остальные скажут. Так, кто-то еще там хочет в эфире? Зачем губы, зачем губы, зачем губы? Господи, боже мой, вы не уснете, если ингуш? Не знаю. Вы не уснете, если вы... Салман, у тебя фанаты появились. Да, я побралась на 200 килограмм. Цыганка, шакалакалака, кочты, каравлака. Конечно, я цыганка. Вот, нет, больше вопросов у них нету. Обожаю фанатов говорить. Я не знаю, не знаю мои губы. Вот так вот. Он ингуш, вот видите? Вот я болгарка, спасибо. На 100 килограмм я сказала побрать, или 200, не помню уже. Сколько килограмм колола в губы? Как минимум 1. Спасибо большое. Что вы тут делаете, если вам мне что-то не нравится? Вот, вот вопросик. Вопросик вам. Давайте что-нибудь обсуждать. Давайте про отношения поговорим. Как считаете? Надо себя менять или пытаться поменять человека? Ты малышка такая длинная, я думала, она такая. Я, поверьте, я не наивная. Я просто очень... Я просто верю, что люди лучше, чем кажутся. Но это не наивность, я просто... Мне хочется в это верить. Ингуш на дом 2. Тебя убьют потом. Поменяй человека. С Аленой общаемся, конечно, общаемся. Какой твой идеал второй половинки? Ну вот, нет идеала у меня, вот внешне вообще без разницы, ну, чтобы он мне нравился. Идеал, чтобы он был мужественный мужчина, который берет ответственность и с которым мне будет приятно проводить время. Ну, чтобы я его любила. Вот такой у меня. Так. Танюха, если смотришь, я тебе напишу позже, просто... Я сейчас в эфире, не могу послушать твое сообщение. Спасибо тебе. Можешь про мужчин поговорить, как правильно с ними общаться. Вот сейчас я вам
расскажу, как не надо общаться. Сейчас расскажу, минутку. Спасибо тебе, что ты со мной поговорил. Даже не думала, что ты такая подстрелительная человек. Спасибо, спасибо большое. Так, как общаться с мужчинами? Вот не делайте из себя, не представляйте, вот не играйте просто. Такие, какие вы есть, вот так и общайтесь. Не надо там не отвечать ему вот там столько времени, чтобы он не подумал. Там надо 5 свиданий, чтобы с ним переспать или что-то такое. Какие-то грани люди сами себе ставят. И потом понимают, что когда уже в отношениях что-то идет не так. Просто не изображайте из себя кого-то, а вот будьте настоящими. Раньше я тоже такая, мне пишет парень, а я отвечаю через час. Вот так просто. Сейчас это уже поменялось. И поверьте, те люди, которые достойны, они останутся. А вот все остальное, которые, ну, они уйдут, потому что им этот стиль общения не нравится, нормальный. Хочешь с тобой поболтать? Сын не дает. Ребят, родная, узнал меня. Да, конечно. Насколько комментарии... Пинчук хорошая девчонка, позитивная, мне нравится она. Когда в Махачкалу? Я просто не вижу ваши вопросы, когда постоянно пишут. Что нового в твоей жизни с молодой человек? Саламан, ты похож на азербайджанца, понимаешь? Белорус тебя слушает, спасибо. Бесит, когда играют, вот да. Да ничего страшного, ничего, чтобы было темно. Моздок, привет. Что, сучка, как дела? Не охренел ли ты, блядь? Извините за мат. Какой твой рост и вес? Очень нравится твоя фигура. Рост у меня 170. Вес не могу сказать, потому что я не взвешивалась больше года. Спасибо. На самом деле вес не имеет значения, потому что у всех людей разные соотношения. Мышцы, жир. Поэтому это не имеет значения. Да, были моменты, в которые я не была сама собой. На Доме 2 тоже. Я не скрываю этого. А что, молодого человека Аленой зовут Салман? Это что за новость? Салман, ты востребованный будешь, ты с Аленой, оказывается. Был молодой человек, после чего он бросил. Потом же он пришел, извинился, я решил дать второй шанс. Спустя время опять расстались, уже по взаимному согласию. Сейчас он снова заигрывает. Что делать? Вот если честно, не надо к нему возвращаться, я объясню почему. Это такие люди, которые любят завоевать девушку. Когда они ее получают, они успокаиваются и, ну, такие становятся уже. Ну, им не интересно. Вот, когда теряют, у них опять появляется интерес. Они просто такие, у них такой стиль общения, завоеватели какие-то. Просто тебе надо поменять свое вот мышление, как ты рассуждаешь, потому что у меня тоже такая проблема была. Я пыталась менять себя, потому что мужчины, как мы заслуживаем. Если ты позволяешь такое отношение к себе, значит, ты будешь притягивать вот таких людей. Вот мой совет. Бросай его, и все будет у тебя хорошо. Видно было, что ты влюблена и глупо. То лучше только честно. Кадони, Орлова, Буза, Бородяня, Черкасов, Лифенникова. Лучше чего? Нет, я не 150. Грубость или нежность где?
Светлане, приветик. Дай опять шанс молодому человеку. Нет, не надо давать шанс второму молодому человеку, потому что если он раз себя вел так, у него просто такой стиль общения. Самое не быть стервой в жизни. Это легко. Ребят, Иванов вернулся на дом 2, ура. Приветики. Ивана говорят, что у молодого человека Алены другое имя. Это так? Я не знаю. Love your lips. Thank you so much. The other people saying it's not nice. Лучший ведущий, кто ну, блин, как профессионал, ну вот, Бородина и Бузова. Есть очень серьезный вопрос, почему ты такая классная? Ой, спасибо большое. Иван, у тебя правый глаз неровно накрашен. Может, потому что я его стерла. Ты хороший, скромный, милый, спасибо. А если первая любовь, то точно не стоит давать второй шанс. Ну, смотрите, моя первая любовь была очень болезненной. Я давала и второй, и третий, и пятый, и десятый шанс. Но это ни к чему хорошего не привело. Может быть, вам надо пройти это, чтобы вы поняли, что вам это не надо. Ладно, стоит идти на дом 2? Я не знаю. Как вы хотите. Любимая косметика. Мне нравится год и Живанши. Молодой человек, а он не зовут Соломанин. Он дело рассказал всем правду. Стига, хватит слова. Ты с кем живешь? Я сейчас... Ну, как сказать, я не живу с мамой, потому что она все время либо в работе, либо куда-то путешествует. Сестра уже отдельно живет. Я сейчас с Софией. Ты прикольная, очень пусть. У меня сегодня день рождения. Поздравляю тебя с днем, с твоим днем. У тебя на лбу что-то. Правда? Я не заметила. Рада, что читаю все, что пишет тебе. Ну, пытаюсь. Не знаешь, как найти свое дело, чтобы оно приносило удовольствие? Я знаю, это вопрос был. Где? Что? Ну, доме 2 ты классная была, а сейчас нет. Блин. Кто хочет в эфир? Чем сейчас занимаешься? Вот если честно, личностное развитие сейчас занимаюсь. Потому что надо. Нет, я не... Если любишь, простишь измену. Ну, смотрите, измену можно простить. Вот как бы странно ни звучало, я бы смогла простить измену. Потому что если человек будет мне изменять, значит, в какую-то степень это моя вина тоже. Мы говорим про человека, который нормальный, а не про нищеброды. Понимаете? Да, я простила бы измену. Ты, блин, как похудела, спрашиваю, как это ты отказалась от чипсов? Ну, как я отказалась? Ну, просто у меня живот болел, и я перестала. Ну, надо было. Может, у меня проблемы с желудком были. Ну, не знаю, просто отказалась. Я как бы нет зависим, у меня нет зависимости к еде. Поэтому... Менеджер или токарь, я даже не знаю, как это прочитать. Ну и что тебе больше нравится, я не знаю. Почему тебя? А жара, быкова... Я не могу прочитать даже, это кто?
У меня нет точки. Стимул похудения. Просто чтобы я сама себе нравилась. Чтобы ты, когда смотришь в зеркало, чтобы тебе все нравилось. Поэтому это для меня самая большая мотивация. Ты смотри, если твое тело тебе нравится, не надо ничего менять, не надо худеть. Не делай этого ради кого-то. Если у тебя нет здравословных проблем, не надо. Твои волосы очень красивые. Спасибо. Так, кто? Я просто не понимаю, там какие-то люди хотят. Я всегда была худая. Ну вот, если ты всегда была худая. Ну, в принципе, это ничего не значит, потому что никто не знает, что будет в будущем. А что такое токарь или токарь, или что? Как, что это такое? Объясните мне, пожалуйста. Объясните глупой иностранке, что это значит. Изменилась, перекрасила волосы и стала другой. Вот в этом был и смысл. Да, я себя изуродовала. Вот прям урод. Нафиг вам смотреть, урода. Что такое токарь или токарь или что-то такое? Я не могу даже прочитать. Объясните, пожалуйста. Я сейчас домой, да. Ну вы почему не отвечаете мне? Что такое токарь? Я сейчас буду думать. Ну ладно, если... ЛГБТ. Вот вы сегодня вот хотите меня, не знаю. Что это такое? Переводите, пожалуйста. Либо я тупая, либо вообще. Мне надо еще русский учить и учить. Что ты себе вколола? Ничего, это фильтр. Он немножко увеличивает глаза. И вот и лицо. Вы видите? По Кобузову не скучаешь? Нет, вообще нет. Я вот почти все знаю, но просто какие-то сокращения я не знаю. Я тебя как-то видел на Тульской, это реально секси. Стройная, красивая, взгляд на тебя останавливается. Красиво. Приятно. Лесби, гей. А вопрос был, какой был? Как болгары относятся? Ну, нормально. Вообще нормально. Со штрихом общаешься? Нет? Нет. Спасибо. Нет. Сердечко свободно? Даже не знаю, как ответить. Разбито. Приветики, Адыгей. Адыгей. Мы хороши. Я думаю, что мне пора спать. Ты помнишь свою первую любовь? Вот, на этот вопрос отвечу. Да, помню. Конечно, даже мы общаемся. Но у нас ничего не будет. Ну, просто. Вот теперь уже мне пора поспать. Потому что я 3 дня не спала. Вообще мне снятся какие-то кошмары ужасные. Все, спасибо вам большое, которые сегодня были со мной. Те злюки, которые мне пишут гадости. Вот я вам желаю повысить свою самооценку. Спокойной ночи всем.